Я что, пришла в неудачное время? Ты бы поосторожнее, я мог тебя отстрелить всю тушь с ресниц. Ну? А почему все эти свечи? Я не могла найти выключатель. А у тебя тут интересно. По внешнему виду не скажешь, что так всего много. Я специально пользовался светлой краской, чтобы казалось побольше. Ну так, что ты тут делаешь? Жду тебя. Нет, я в том смысле... Как ты сюда добралась? На такси. Но почему? А у меня машина на ремонте. Я в том смысле, какого черта ты сюда приперлась? Ну потому что если я поехала в полицейский участок, я бы нервничала. Нет, это уже слишком. Ты даже не хочешь меня спросить, почему я тебя выследила? Пожалуйста, почему ты меня выследила? Дело в том, что я была не до конца откровенна с тобой и инспектором Люк. А с тобой никто не бывает до конца откровенен. Я не могу больше носить это в себе. Я знаю, кто повинен в этой истории с печеньем. Это человек, на чью удочку я клюнула. Человек, который меня использовал и предал. Генерал Мортерс. Почему ты мне все это рассказываешь? Ты не понимаешь. Он использует дочерей леса Америки, чтобы продавать кокаин. Он же может приправить кокаин куда угодно, потому что все доверяют качеству печенья дочерей леса. О, боже мой. У меня такое ощущение, как будто у меня с груди сняли тяжкий камень. Ты чувствуешь? Да, между прочим, чувствую. Правда прекрасно? Да. Но это еще не все. Не все? Да. Завтра в полночь крупная продажа партий наркотиков произойдет на фабрике печенья дочерей леса. Ты, Люги, обязаны этому помешать, но только уже после. После чего? Расслабься, Кольт. Я скажу тебе, что надо делать. Сожми меня. Сожми меня, будто я Magnum 747 двойного действия с хромированной рукояткой длиной 8 дюймов. И будто я изнемогаю от жажды, и мне нужно влить пару капель машинного масла. Так вот ты о чем. Дунь мне в ухо, как ты дуешь в дуло своего стального друга после произведенного выстрела, очищая дуло от копоти и пороховой пыли. Ой, что? Больно.